едем с Вороном на Солонец проверить. Полтора месяца прошло, как мы завозили с Александром, соль туда рассыпали. И вот сейчас я еще 10 килограмм везу. Вот сильные следышки. Стой. Вон козлик. Стоит. Видел еще дорогой две лисы, но они сильно далеко убегают. Даже смысла не снимать с коня. Трясет сильно. Метров 50, наверное. От кого он так ломанулся? Чуть-чуть я не выпал, ворон. Вон там побежали еще. И вон там он еще. То ли вот в этом кусту, наверное, соскочили. Неожиданно к резким звукам он здорово так вот реагирует. Айда. Когда тетерев вылетает за день, если первый вылетит, также среагировать может рядом на всех потом последующих. Нормально реагирует. Так первый раз прям что сильно так он дернул. Не успел заметить, в какую сторону он в этот момент смотрел. Вот она, лежечка лосиная свежая. Наверное, все-таки лось был где-то в кустах. Ладно, кто бы то ни был, мы едем дальше. А где-то около сегодня 15 градусов, лунака минус было с утра, ветерок прохладный, а так на солнышке уже тепло, конец февраля. 22 февраля сегодня. Поеду только вот на ближайший Солонец. У меня километров 8 до него. На дальний, который я осенью делал, сегодня не попаду. Планы у меня еще заехать в один лес чагу посмотреть. Попытаться ее достать, если ее уже никто не срубил. А потом поеду еще в апреле. На тот дальний съездию и на этот еще привезу. Так, ну ладно, выйду на связь на Солонце. Прибыли на место. Вот 31 января я тут не был, как мы завезли соль. И вот все в следах. Ну это следы, тут половина уже дня 3-4. Как бы назад у нас снежок был небольшой. Это тут половина следов припорошена. Но смысл-то тот, что тут просто все истоптано. И лосями, и козлами. Вот такой вот следышек есть. Вот от козлика следышки. Туда натоптано. Ну, вон там вот с весны будет плеска полная водой. И она до самой осени останется, вода здесь. У козликов свежие следы. Нахожено. С обратной стороны просто вот свежий вот лосиный след есть. Возможно, даже сегодня и туда тропа идет. Вот мы с той стороны сейчас приехали. И
там именно сегодняшних следов много осинных. Может быть, все-таки ворона ось напугал и пересекли следы вон туда, в ту часть. В той части вот я снимал тогда рогача. Ой, там километра два, наверное, туда влево. Рогача ровно напротив снимал при охоте на пушных животных. А туда влево километра на полтора, на два. Лосята тогда убежали, два штуки. Тоже на видео снимал. Камень тоже лижут. Можно будет еще привезти такой. Ну а вот от соли. Ага, соль. Соленая. В общем, все 10 килограмм я сейчас тут также рассыплю. Даже, наверное, не буду на само дерево. Тут вот рядышком все засолю. Смотрел одно видео. Не помню сейчас тему про солонцы, когда изучал. Что соль-то они чуют хорошо, животные. И находят солонцы довольно на большом расстоянии. Но именно когда соль вот так вот рассыпана, они ее лучше находят, солонец. Что вот, например, они с этой стороны пришел, там лось или косуля, потоптались тут где на соль, где как наступили, и пошел, например, он в ту сторону. Пересек там чью-то тропинку, еще что-то там, следы. Другой зверь пошел на следах, на тех, почуял соль, что на копытах осталось. И вот так вот, когда она рассыпана на земле, зверь непосредственно контакт с ней имеет. К солонцу больше зверя идет и посещает его потом больше. И вот судя по тому, вот, что до этого у меня там 2 года я вот эти камни возил, и вот буквально 1,5 месяца прошло, как мы привезли вот эту вот соль. 31 декабря мы ее привозили, да. Чуть больше 1,5 месяцев. Ну, 2, пускай даже, грубо говоря, месяца. Ну и вот в следах вы сами все видите. Так, ну ладно. Будем подарок, очередной мешок с подарками распаковывать. Пойдем присаливать.
общем, вот как-то вот так вот, вот добавил я, в общем, 10 килограмм соли сюда еще. Лишним, я думаю, это не будет. Но осталось, конечно, тут с прошлого раза. Сейчас будет весна. Зверь, думаю, начнет больше в соли нуждаться и активнее ее кушать. Так что надо еще будет сюда везти. В планах еще у меня будет приобрести фотоловушку и где-нибудь ее поставить, хоть даже вот на этой или вот на том дереве. Или вот на вот этом. Ну, в общем, поставить и запечатлить, кто сюда ходит, какие животные, может быть, количество определить таким способом, именно разных. Какие-то сюда ходят постоянно, это понятно. Может быть, будет замечаться периодичность прибавления новых сюда особей. Ну, как-то вот так вот. Еще потом выйду на связь. Поедем сейчас искать лес с чагой. Вернее, лес-то я знаю где. На какой березе именно я ее видел. Что будет интересного, еще выйду на связь. В общем, вырубил маленькое углубление. И камешек, который тут был, кусочек. Туда его положу. Пусть будет так. Так, ну все, ладно. Поеду я дальше. Вот глухаринные следы. Ходит. Ходит, чертит крылышками. У нас в районе глухарей очень мало. У нас обычно вот березовые такие вот колки. Колки и поля. Стой. И вот бывает так вот с сосенками. Ну, тут буквально ерунда, сосенок-то метров, может быть, 50 в ширину. Вот, вернее, ну да, в ширину метров 50. Клочочек. Ну и вот видно, отсюда он до туда метров на 100 растянулись. Тут живут глухари уже, наверное, третий год. Каждый раз мне попадаются. И становится их все больше и больше. Вот где такой березовый лес с таким небольшим колочком сосновым. Обязательно теперь глухарь там живет. Очень радует. До этого я не встречал, чтобы вот так вот ходил. Вон тут много набродов. Трустой. Там вот туда-сюда. Похоже, можно будет попробовать глухариный ток весной заснять. Ну, вот так вот ищу, короче, чагу. Здесь вот где-то была чага в этом лесу. И не могу найти пока. Кроме вот таких вот грибов, наростов не встречается. Но была точно чага. Ладно, ищу дальше. В общем, нашел какое-то дерево с темным пятнышком. Как будто там был нарост чаги, и оно как раз по это место сломано. Нашел, короче, вот этот ствол, который, я так понимаю, отсюда пал. С этого-то края ничего нету. Вот сейчас пытаюсь докопаться туда. Эх, и не могу понять, то ли это все-таки чаги кусочек маленький, то ли это гриб. Обычный нарост, не знаю, блин, и ствол тяжеловат, короче, мне его пока не осилить, и веревки нету вороном дернуть. Сейчас буду пробовать добираться. Я так и думал, что не будет все так просто. Если это чага, то обязательно она вниз пала, а не сверху. Может быть, это не это дерево. Мне казалось, оно было более прямое. Но опять там бы оно
Просто так бы, я думаю, не горело бы. Ну еще по лесу тут пошаришься. Может быть, все-таки не это, да? Ну ладно. Вот он, красавец, полетел. Не успел заснять. Хотел с коня слезти, чтобы получше заснять. В общем, был я вон в тех сосенках, где говорил, на броды. А сейчас сюда еду, они сидят тут вот на этих макушках. Сначала не заметил, думал, так вот проеду. Смотрю, два полетели вот в эти сосенки, что как бы далеко. Поближе подъехал где-то возле вон той кучки я ехал. Смотрю, тут на макушке опять торчит. Только остановился, он полетел. Думал, все. Он тоже туда за сосенки улетел. И вот сейчас уже поравнялся на нижних веточках. Там еле-еле из-за молодняка березового видно было, сидит. И прям через меня полетел. Не успел камеру достать и заснять. Ну, в общем, 4 глухаря. Все петушки. До этого вот я в этом колочке только глухарку поднимал. Много раз. Ну, года 2-3, наверное, точно подряд. Петушков здесь не видел. Как бы это радует. Что, меня съесть решил, что ли? На. В общем, будем готовиться, наверное, на глухариный ток. Поснимать. Интересно посмотреть. Это для меня будет что-то новенькое. Все, отстань. Ладно, поедем дальше.